Ладно, я запустил таймер, всех смоним. Не достаю. Я пойду покурю, одну минуту. Вроде договорились.
Я, где взять монету трансмагрификации? Сейчас оказывается за голд нельзя? Трансмут. И сколько стоит она? 4 бонуса, по-моему. И одна монета, один трансмут, да? Нет, нет, нет. А? Там вещи покупаешь, там 10 монет одна вещь, там 15 монет. А, серьезно? Угу. И типа, чтобы сделать трансмут, нужно купить, например, 10 этих монет, поменять ее на шмотку, и только потом сможешь сделать, да? Так можно просто вещи поменять, ты сразу трансмут получаешь. Сложно что-то стало, сложно. Просто раньше нормально было? За 200 голды там делаешь, типа, сейчас так же. Первый, второй слот. Тоже можно. Можно так? Да, да, да. А, нормально. А то что-то меня вид Теренса задолбал. Противный. Дайте ману-то восстановить, пожалуйста. Давайте, да, дракона, может быть, лучше сначала. Какого дракона? Они тут все драконы. Ешьте рыбу. Даже Болтар тоже дракон. Болтар драконий. Он босс. Наведи мышки и посмотри, дракон. Конечно. Шо? This is legendary. Wait, wait, wait. Все, все, иду уже. Так я в рейтрике, по-моему. Ну так я тебе сказал отойти надо. Давайте сейчас пристыгин и просто дадим, спекайся. А мы сейчас сигин дадим и захилим его. А что, зачем он нужен? Да все, нормально запускается. Спасибо. Леночка. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события.
святилище. Ваши муки станут платой за это вторжение. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали. На корейскую дураму похоже. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешана и более могущественная зла. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Вот это сверхъестественно. А, это про этого же, про главу Jeepers Creepers. Тогда я ты. Ты это, наверное, в кино тоже видел. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Да. Они оба танчили, то и то. Пять му дисплея, Лифен. Конечно.
Ты не тьму диспелишь, а первую, вторую и третью. Ну, третью я тебе как бы диспелишь. А, хотя да, я возьму. Я сейчас выкину два раза. Заманите око. Так. Славик, тьму кто я прослушал? Вот, поменяй. А, подожди, подождите, подождите, я не написал на кого роли, подождите минуту. Всё. Так, мол, подойди чуть-чуть. Проходи. Там уже место идется. Неправильно. Там будет место. Мы добили. Беги, малышка, беги! Там бутылка. Малышка, беги!
Теперь надо, да? Трогай все. Да просто героев у тебя. Если вы там открыла. Не гружусь. Сейчас иду. Ага, приставав только дайте. Приставафа нет, стой. Че, дали тебе приставав? Нет или нет? Дали, дали. Чтоб понадобилось при стабах. Да тут пизда. А мне трешу тут. Это не срыв гроба, просто моста он, наверное, или что. Ну, Animal, это против он? Не, ну случайно, наверное, мисс Клип. Потому что агро на нем было,
Против, наверное. С тобой. Кто-то не стакает всего три. Как Хант умер. От лужи. Небеса в огне. Дайте баф. Кресту можешь залить. Финн, да, под гимн выпустишь и все. Когда заходить? Беги, малышка, беги!
Малышка, беги! Погле магма просит капля. Ты куда побежал? Больной что ли? Беги, малышка, беги! Назад, беги назад. Кто там комментирует, блядь? Во тьме. Я не хилил. Надо подождать. Но сейчас. Беги, малышка! У меня, блядь, маны нет больше. Покажите чистый урон Халеона, пожалуйста. Варан не видим в резке. Вот хантом ходи. Покажите урон Халиона, есть? Треснет кто-то. Так, сейчас я двойное ИП привяжу, зайду на него. Покажите урон Халиона, пожалуйста, если есть кого. Что сейчас будет что-то еще? ИВК? Ну, Олег пришел, может быть, еще раз. Блиф, она не кикай, я просто на другого перса зайду. Я не напал, вдруг вторая резка будет. Я плюсанула. Серый, покажи, пожалуйста, в большого голема еще урон чистый.
Спасибо, Серый. Слайк, давай мне пати обратно. Мне дашь не по дикеве там. Ну, я прости.